Юные дарования подвели итоги своего труда за первое полугодие учебного года. Они продемонстрировали свое мастерство не только учителям, но и самым дорогим зрителям, родителям и бабушкам. Уютный зал был переполнен гостями. Концерт вылился в настоящий праздник новогодней песни. Участники торжественного мероприятия насладились и выступлениями хореографических коллективов школы искусств. На мой взгляд, каждое выступление было сегодня просто блестящим. Мне самой было радостно, и я испытывала огромное счастье слышать это. После яркого объявления еще более яркое выступление каждого участника. А еще это наша любимая форма празднования Нового года в едином творческом процессе на сцене под аплодисменты наших чутких зрителей. Необычные инструментальные номера и артистизм учеников заставили зрителей с большим интересом следить за тем, что происходит на сцене. Они с нетерпением ожидали каждый следующий музыкальный номер. Завершился праздник трогательным выступлением фольклорного ансамбля «Белый свет». Этот номер еще раз продемонстрировал особый талант учеников и мастерство их руководителей. Звонкие голоса детей наполнили души гостей волшебством музыки и песни. Виталий Волков, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.